Ребята, всем привет, с вами я, Нюким, и я установил Майнкрафт для взрослых. И тут все совершенно по-другому. И не совсем так, как вы думаете. Напомню тем, кто не в курсе. В общем, я женат на Алекс, но тут, конечно, есть один нюанс, чуть попозже расскажу. И вот этот дом, это наш дом, он у нас взят в ипотеку. Мы за него выплачиваем каждый месяц, а работаю я в шахте. Зарабатываю там изумрудики. Немного, но на жизнь хватает, мы не жалуемся. У нас тут небольшое хозяйство, но это все ерунда. По сравнению с тем, что у меня проблемы в семье. Алекс хочет от меня уйти. Но я нашел выход из ситуации и договорился с ведьмой, которая дала мне приворотное зелье. И смотрите, как снова у нас все круто. Смотрите, смотрите, сейчас все сами увидите. Любимая. Так, куда она делась? Сейчас убежала, что ли, походу, опять. Любимая! Алекс! Где ты? Ой, привет! Привет, любимый! Зайка моя. Моя такая огневолосая бестия. Ух ты какая! А? Красавица. Ну что, погуляем сегодня? Давай. Как настроение? Все просто чудесно, все так вокруг красиво. Ребята, смотрите, какая классная. Вот такую я тебя и люблю. На такой я тебе и женился. Ты просто чудо. Любовь моя, ну какие у тебя планы сегодня на день? Я хочу пойти в лес и пособирать цветы. Ладно, я побежала уже тогда. Слушай, а может не стоит? Алекс, может не надо? Там курочки не кормлены, курочка. Там цветочки не... Пожалуйста, не ходи! Блин... Как ребята, же он меня раздражает, я не могу. Ай. Опять начинается. Ведьма меня предупреждала, что если она будет отходить от дома, действие зелья будет ослабевать. Ну ничего, сейчас погуляет, все равно вернется. Отсюда ее уже почти не слышно, но ничего, это и к лучшему. А знаете что? Как-то не по-настоящему все это. Должно же все от сердца идти. Ну, искренне должно быть. Нет, что-то все это зелье это не то. Это не то, это имитация какая-то, это не любовь совсем. Да, киса? Блин, как же мне стать для нее таким, ну, котиком, чтобы она снова меня полюбила? Слышь, кисуль, может подскажешь мне? Блин, что же делать? А! Точно, цветы! За цветами она пошла. Что тебе, рыбку дать? Ну, ты поиграться хочешь? Ну на, давай с обрыва сейчас тебе кину. Опа! Блин, не докинул. Офигеть, вот это прыжок веры. Ладно, ребята, знаете что? Пойду-ка я ей цветы пособираю. А то реально, я ей в этом удовольствии отказывал в свое время. Все думал, ну нафига ей цветы, блин? Что, у нас в комнате, что ли, цветов мало? Хватит ей и одного цветочка. А походу-то женщинам это важно. Так, вот сейчас вот подсолнухи пособираю, подсолнухи. Как вы думаете, какой нужно собрать букет, чтобы девушка прям растаяла, чтобы снова в вас влюбилась? Я думаю, нужно собрать желтого, вот желтого побольше, и к желтому еще белых цветочков. Так, ну только белых надо найти. Белых... А, там розы были, точно. Давайте все соберу. Просто, как там в песне поется? Миллионы, миллионы, миллионы алых роз. Из окна, из окна, из окна, Алекс, видишь ты? Кто влюблен? В общем, ладно, певец из меня никакой, зато вот цветы вроде как неплохие собираются. Так, как думаете, столько... Офигеть, блин, да сколько ему может тут кататься, дразнить меня? В общем, ребята, это последняя модель лошади. Эх, на права сдал, а вот лошадь купить изумрудов не хватает. Ё-моё, ладно, пойдемте попробуем вернуть Алекс с помощью цветов. Так, надеюсь, она там уже вернулась домой. Так, блин. Хоть бы далеко от дома не отходила, а то, небось, еще действие зелья спадет, так это вообще будет катастрофа. О, любимая моя! Ну что, как, нагулялась? Ой, что тебе нужно? А что ты такая грубая стала? Нормально же все было. Вообще-то мы разводимся с тобой, ты не забыл? Блин, я думал, она забыла. Слушай... Ты пока позанимайся по хозяйству, зато ведь надо ухаживать, да? Я тебя скоро позову. Так, ребята, сейчас высажу. Я типа букет, такое сердечко типа посажу. Вот такое типа... Вот здесь, чтобы подсолнухи смотрели куда надо. Вот прямо-прямо. Да что же такого места не хватает здесь? Бред какой-то.
Сейчас, лопата на работе осталась. Так, все вот это срываем. Да, блин, нет, не получится. Сейчас, я ее просто отведу на поляну. На поляну, вот эта поляна подойдет. Так, и здесь сделаем, короче, из цветов ей такое, типа, сердце. Вот так вот будем сажать цветочки. Ну, я, конечно, не художник, вы понимаете, да? Но постараюсь, чтобы было похоже. Так, ее что, не получается, что ли? Курочка, помогай давай. Видишь, что Тюкин пытается в любви признаться. Так, лишь бы простила меня, лишь бы простила. Так, ну, курочка, как считаешь, вот это похоже на сердце? Да отойди ты. Так, ну, вроде неплохо, да? Вроде получается так нормально. Так, сейчас еще вот розы посажу. Так, да уйди ты, листва тупая. Так, вот сюда. И сюда. Так, неплохо. И еще добавим, пожалуй, вот сюда. О, такое сердце. Ну, похоже ведь, да? Все, сейчас пойду показывать. Надо покушать. Эх, блин. Вот она как стала про развод говорить. Так все, не готовит больше ничего. Не целует меня. Подумаешь, развод, что ли? Нельзя, что ли, человеком быть? Алекс! Пойдем покажу кое-что. Ну, хватит ты вздыхать. Хватит вздыхать. Пойдем покажу. Женщина, тебе нужна любовь. Любовь и цветы. Какая любовь? Мы с тобой разводимся уже скоро. Какая любовь? Смотри вниз. Сейчас увидишь, какая любовь. Видишь? И чего же ты этим хотел добиться? Ну как? Твоего сердца. Ну как, ты меня любишь? Нет, конечно. Ну, Алекс, а ну как так можно? Я же хороший. Ой. Блин, ребята, нет, не сработало, похоже. Не сработало. Вижу, что не сработало. Так, нужно что-то другое. Ну что, блин? Так, сейчас пойду в деревню. Может, к Мише зайду? А вот что посоветует дельного. Что там у него за тусич? Опять, блин, вписки без меня устраивает. Капец. Блин, и где его сейчас искать? Пойду, может... Так, что там такое? Что-то носится. Это случайно не Миша там мелькает? Нет, это мент. Так, ребята. Стоп. А может мне коня купить, а? Нет, ну а вы же слышали поговорку, типа, принц на белом коне. Так, а там белые есть кони? Здрасте. Так, белых нету, походу закончились. Ну и ладно, я тогда себе куплю ламбо коня, вот этого... Ай! Офигеть, осторожнее, я же все-таки покупатель. Ламбо коня черного, вот, да, Ламборджини его зовут. Это моя мечта, но... Я же себе не могу ее позволить, я же... Планировал ее через лет 5 купить, когда накоплю. Блин, у меня всего 3 изумруда. Ладно, пойду поговорю. А может, универсал взять? Нет, на свинье она в меня не влюбится, точно. Нужен крутой конь. Так, здрасте. О, здравствуйте. А вы главный по коням? Да, я так понял, вы пришли. Слушайте, с конем? Можете мне показать тут одну модель? Хочу узнать давайте. По поводу кое-каких моментов. Угу. Вот, хочу вот этого Ламборджини взять. Давайте я вам всех покажу. Давайте. Вот давайте. Это у нас самый лучший Ламборджини. Да, моя мечта. Так, дальше, смотрите. Это у нас Форд. Форд, ага. Это у нас Макларен. Макларен. Самые каких там, о, господи. Ой, блин, не хочу на это смотреть вообще. Авторитетный, дешевый. Нет, мне нужно такое романтическое, понимаете? А, ну да, вот здесь у нас есть еще эгоиста. Неплохо. А есть это... еще Тесла. Тесла? Да, и BMW. А на чем же она работает? Так, ну знаете что, я хочу Ламборджини, я по поводу Ламборджини. Сколько она стоит? Ну, всего лишь, да, 25 алмазов и 10 золотых. Что? Что? У меня только изумруды, а в изумрудах сколько? Я вам не конвертер валют, чтобы все это... Так, ладно, ну мне срочно надо. Есть какие-то варианты? Может там поработать на вас, там полы подметать? Я даже не знаю, но если... Пожалуйста.
Ну, я не знаю, но могу вам кредит дать. В кредит? Да. А, в кредит? Ну, вам я, скорее всего, его не дам. Ну, пожалуйста, я вас прошу, я вас умоляю. Ну, ладно, ладно, ладно. Отлично. Смотрите. Так, ну что, пойдемте подпишем условия. Капец, ребята. Подписал я кредит. 10 лет. Каждый месяц по 5 изумрудов выплачивать. Просто, просто жесть. Ну, ладно, ладно. Зато Алекс верну. Это важнее. Слушайте, а мне ничего не полагается за такую покупку? Ну, смотрите. Вот вам поводок. Держите. Ага, спасибо. Это парковать, да? Чтобы вы не привязать там коня. Понял. Что? Ну все, парковать, до свидания, я понял. Да, до свидания. Спасибо за покупку, удачи вам во всем. Ага, да, удачи. Так, ну чего, Ламба? Пойдем кататься. О, вот это... Да, вылезай ты! Ё-моё, сейчас габарит не проверил. Ах, да, надо же обе открыть, точно. Прости, Ламба. Да? Всё хорошо так. Ну-ка. Ух ты, ё-моё, как это ж парит, ты жесть! Блин, вот это да! Офигеть! Так ещё и дрифтит, смотрите! Вот это круть! Слушай, Ламба, ну ты теперь мой фаворит. Вот это да! А нафига мне теперь Алекс? У меня теперь Ламба есть! Ой, прости, нифига, скинула меня. Извини, я женщин уважаю. Женщин уважаю и люблю. В общем, ребята, не судите строго. Решил я сначала к Алекс не ехать, а покататься. Такой-то кайф дикий, смотрите. Если зажать, то она дальше прыгает. Вот это да! Я могу карьера! Блин, так, осторожно. Сейчас надо аккуратно отсюда выбраться. Блин, только хотел показать. Ё-моё. Ламба, не пугайся. Ёкаламане. В общем, ребята, с этим надо поосторожнее быть. Все, в общем, хватит нюким кататься. Пошли к Алекс. Будем производить впечатление. Ага. Так, я типа рыцарь на белом коне. Алекс, моя принцесса, всегда мечтала о принце. Вот, пожалуйста, получите, распишитесь. Нюким на черной Ламборджини. Я думаю, идеально. Так, ну как меня такого не любить, а? Ну скажите, как меня не любить? Невозможно. Так, теперь главное как-нибудь заехать. Ё-моё, клиренс-то у него маленький. Так. Блин, надо было брать внедорожник. Давай, моя милая. Ай. Сейчас, подожди, Ламба, все будет хорошо. Так, заезжаем, все, отлично. Так, вот здесь паркуюсь. Так, что-то там какой-то шум. Сейчас запаркую Ламборджини. Стой, куда? Вот. Только не топчи грядки, ой, блин. Ладно, пофиг. Так, сейчас зайду и все ей скажу. Ну, сейчас она офигеет. Что? Что за звуки? Офигеть. Не понял. Там что, кто-то есть? Что? Да. Алекс мне изменяет?